Всем доброго времени суток. Ну, сказать, что я чем-то удивлю, конечно, я ничем не удивлю, но для меня это большая радость, что наконец-то и у меня распустился фаленопсис белина. Это, конечно, очень красивая орхидея. Про нее много уже многие рассказывали, но у меня она зацвела впервые. Я когда-то пыталась выращивать ее с маленькой детки, но она у меня погибла. И вот в том году я приобрела вот это вот растение. Вырастил он у меня вот такой вот листик. И выпустил один новый цветонос. Мне кажется, что я его покупала уже с цветоносом. И вот распустила сейчас два цветочка. Очень красивые. И я очень-очень рада. Заканчивается февраль. У нас наступает скоро осень. Ну, а у многих наступает весна. И я думаю, что все в ожидании теплой прекрасной погоды. Ну, у нас немножечко жара спала, и вот что-то открывается, что-то отцветает, и вот это распустилась опять моя мельтония спектабелис. Это новая, которую я приобрела. У нее немножечко покрупнее губа, немножечко побольше цветы. И вот так вот она разрослась за предыдущий год. И 4 цветочка порадовала меня. От своей старой я избавилась, потому что цветы мне совсем не нравились. Ну и хочется мне... Есть у нас, у нашего члена клуба, и он мне даже сказал, что, может быть, что-то поделится со мной другой формой. У нее немножечко покрупнее псевдобульбы, и цветы растут вверх. Тоже очень красивой формы. Ну, посмотрим. Это доцветает тоже Little Mermaid. Два цветочка. Энциклия кохлеата. Она в постоянном цветении. Я уже не знаю, сколько она цветет, растит новые росты. Ну, это вы все видели в предыдущем цветении. Ансидиум Sweet Sugar также продолжает цветение мой хибики. Единственное, что здесь из новенького, Дендробиум Хикауенс тоже долго очень держит цветы. Здесь маленький цветочек Корнусерви фаленопсис. Ну, а что из нового? Вот такой вот маленький дендробиум открылся. Я не знаю. Нужно найти. Может быть, это бигибум или что? Я не знаю. Пока что нужно будет определиться с ним. Вот такой вот он маленький. Растет в маленьком горшочке. Честно говоря, даже и не знаю, откуда он у меня. Что это такое? Ну... Вот так вот он открылся. Такие вот небольшие цветочки. Очень милые. Ну, посмотрим. Ну и вот я отошла на задний план. Бросовола нудоза наконец-то уже понемножечку отцветает. Ну, а что меня вот порадовало в этом году, это... Мой красивый маленький ангелочек. Красивые цветочки. Маленькая вандочка. Это гибрид вот такой вот гибрид, в общем. Он всегда очень красиво цветет. Красивые длинные цветоносы.
Здоровски. Всегда радует. Что еще? Вот такой вот малыш. Бульбофилум хирундинис. Вот так вот три цветоносика. И мне кажется, что я видела еще один. Здесь вот внизу тянет. Такой он маленький, но такой, такой замечательный. Эти цветочки. Все шатается. Вроде бы ветра нет, но все равно все двигается. Очень милые цветочки. В моем уходе он уже, наверное, третий год. И вот так вот понемножечку он распушился и начал цвести красиво. Это уроженец Вьетнама, Тайвань, 500-3000 метров. И от 4 до 10 цветочков может быть. Ну вот сколько у меня? 2, 4, 6, 8 на этом соцветии. То есть может быть еще 2 цветочка. Очень интересный, на мой взгляд. Что еще из нового? Это вот такая вот радость у меня. Мне всегда очень-очень хотелось иметь эту орхидею. Ну и, конечно же, ее зацвести. Я когда-то приобретала маленькое растение, но оно у меня тоже погибло. И вот такое вот растение я приобрела в том году у одного из наших членов клуба, Трихоглотис атропурпурея. Уроженец Филиппин, 300 метров, то есть это теплого содержания орхидея. И, ну, читала и смотрела, довольно-таки сложная в уходе и в цветении. Ну, вот так вот она у меня, меня порадовала в этом году и зацвела. Очень приятный, нежный аромат. И, конечно, цветок тоже очень необычный. Он как-то медленно растет, мне кажется, что сильно так, чтобы он вырос, не вырос. Ну, что-то я делаю уже правильно, ему понравилось, и он меня порадовал цветочком. Ну, а здесь вот такой вот малышок, который мне достался по наследству. Осталось всего маленьких три цветочка. Это один из наших членов клуба. Года три назад он умер. Старенький был. И, в общем, его коллекция разошлась по всей нашей, по всему нашему клубу. Ну, конечно же, коллекция досталась тем, кто уже в более преклонном возрасте, которые дольше в нашем клубе. И мне, естественно, ничего не досталось тогда. Ну, и это нормально, я считаю. Поэтому его жена распределилась так, как она хотела. Ну и вот на нашем последнем заседании моя любимая Джуди, она мне решила ее отдать. Она говорит, я тебе отдам. Не хочу больше с ней играться. В общем, вот такое вот у нее название. И она подписала еще его имя Уэйн. Его имя было Уэйн. Ну, в общем, вот такое вот название сейчас. Очень милые маленькие цветочки. Было побольше, но всего три штучки осталось. Такая вот трогательная история. Кстати, про этот атропурпурею я не рассказала. Она висит очень высоко, под солнышком. И очень много яркого солнца получает. Ну и растет вот так вот в корзинке.
то иногда что-то показываю и не рассказываю, как сидит, но мне интересно самой, у кого как что растет, поэтому вот так вот. Ну, смотрю, здесь вот корешок растущий, поэтому, наверное, ей все понравилось. Вот здесь вот, смотрю, еще тоже какие-то почечки набухают. И с этой стороны, конечно, я видела очень красивые пышные цветения в интернете, но надеюсь, когда-нибудь это будет, но пока что вот так вот. Ну, что еще из новенького? Это вот такой вот гибрид. Ну, наверное, здесь нетрудно догадаться, да, что губа от кукулаты. Когда-то давно она мне досталась в подарок. Вот такое вот название. Катлея на бросовую кукулату. Она у меня даже пыталась зацвести в том году. Вот здесь видно, но она отсушила бутончик. И в этом году, по сравнению с самой орхидеей, конечно, цветочек крупный. Ну вот видите, маленькие такие вот псевдобульбочки. Ну, сколько? Ну, сантиметров, наверное, 8-10, да? И вот такой вот цветок. Это второй день он только открылся. Не знаю, наберет цвет, не наберет. Ну, вот такой вот, конечно, если бы сепали и питали, и были бы немножечко поярче, было бы, наверное, интересней. Но пока что вот так. Буду наблюдать, посмотрим. Прошло пару дней, но, как вы видите, ничего не изменилось. Я думаю, что, конечно, первое цветение – это всегда не показатель. Но подождем следующего года. Посмотрим, что будет. Может быть, вот следующий ростик здесь тоже растет. Посмотрим, что будет. Но все равно для коллекции немного места занимает, поэтому пусть живет, да, как говорится. Ну, а здесь моя, пока я ждала пару дней, распустилась моя красотка Акландиай. Всего один цветок. Только вчера он начал раскрываться, еще не полностью так вот распустился, открылся, выровнялся, но все равно видно. Я люблю очень эти цветы, аромат бесподобный. Такой вот насадик. Цветы в этом году прям такие вот темные-темные и очень мало вкраплений в каких-то. Ну, красивый насадик. Один цветочек всего, ну, посмотрим. Да, и что произошло? За эти пару дней я побывала на нашем собрании. И, ну вот, я рассказывала про мою спектабилис. И вот мне принесли. Видите, они отличаются даже по тому, как они растут. Это такая вот во все стороны. Но все равно красиво получается, когда разрастается растение, и очень красиво получается. И вот такое вот чудо мне досталось в подарок. Мне принесли. Ну, в общем, я, честно говоря, очень извиняюсь. Надо было мне сфотографировать. Очень красивое, пышное, пышное кустище было такое. Очень. Ну вот, не снимаю я сейчас на наших заседаниях, потому что хочется тоже немножечко отдыхать хоть иногда.
В общем, вот такой вот кустик еще появился в моей коллекции. Они растут вверх, цветы вверх и очень-очень красиво. Это, кстати, я что-то как-то игнорирую. Ну, это открылся. Очень какой-то он непонятный, покусанный, пожеванный. Буду наблюдать тенеброса на Леопольде Ай. Ну, вот такие вот цветы, они как-то открылись в бутонах и уже были никакие. Ну, посмотрим. Посмотрим, посмотрим. А еще что вот у меня появилось тоже в коллекции, принесла моя Джуди. Говорит, это я срезала от большого растения. Вот такие вот красивые, интересные, на мой взгляд, цветочки. Такие крапушки. Ну, не знаю, здоровская. И вот такой вот кустик. Она мне говорит, хочешь? Я говорю, ну давай. Ну, в общем, появилось у меня вот такое вот название. Она подписывает, все подписывает. Господи, какая она умничка. Очень нежный аромат. Ну и вот такие вот нежные цветочки. Ну так вот, чтобы цвело, так вот все такое. Вот там один цветочек. И, конечно, хочется, чтобы цвело все пышненько. Это моя опять Bright Angel на коксинею. Это гибрид. Я уже его не одинжды показывала. Он маленький, давным-давно в моей коллекции. И ну вот видите, там бутончики набираются, там бутончики, и вот так вот постепенно будет цвести. Вот такое вот скудненькое цветение, да? Там один, там один. Ну, кто-то скажет, конечно, что не очень скудненько. Ну, вот еще начинает открываться моя, это Green Light, да, Ванда? Ванда Green Light, да. Вид на Мика на фалкату. И вот такие вот красивые цветочки тоже. Там бутончики. Растут новые цветоносики. Ну, обидно, конечно, что не расцветает все одновременно. Ну и за это большое спасибо моим красоткам. Ну, а так вроде бы и все. Все, что цвело, вроде бы все показало. Поэтому всем желаю, чтобы ваши цветочки радовали вас. И всем пока-пока.